Можешь, в принципе, рассказывать. И здравствуйте, господа, с Бухича ревью. Всем у нас привет. Сегодня Тимурочка. И опа, и кто же это такой? С самого Питера. Дуфирус. Радиоактивный. Я удивлюсь, если камера у нас не сломается от радиации в процессе. Потому что я поставил там специальный налагающий. Ты освинцевал, короче, аппаратуру, да? Да. Тетенька. Ну и, в общем, сегодня у нас очень охуенный дегустационный обзор на Nikko Days. Это японские виски от родоначальника вообще японских вискарей, короче. Этот чел, японец, специально съебался нахуй с Японии в Шотландию, чтобы научиться делать виски. Вот, и он основал одну из самых первых винокурен. Ну, всем похуй на это дерьмо, поэтому похуй. Тут у нас, короче, Nikko Days Smooth and Delicate Blended Whisky. То есть это бленд смешанный. Написано очень вкусный. Профессиональное заключение от профессионального сомелье. Ну, хули, смус и деликат. И так понятно, что это значит очень вкусный. Ну и как бы там еще потом, правда, на паузу нужно будет поставить. Короче, сколько лет виски, столько мы ему даем отдыхать после разлива. Ебать. Вот я открываю. Этот вот настаивается от 6. Прикольно, кстати, крышка как, блядь, от Пепси нахуй. Пластиковая, без пробки. Это точно не подделка, я там не знаю. Пахнет виски. Оно не может быть подделкой. Акцизная марка, все там есть. Да, мы доверяем нашему государству, наши желудки. От 6 до 8 лет спирты здесь присутствуют, поэтому вот капельку наливаем. Дегустационный, ну вот столько вот, чтобы прям нормально. Чисто для пробы на 4 стакана. Уже очень интересно становится. Да квадратные любые, я не знаю. Квадратные любые, вот этот. Нарушая традиции, будем крупными. Бля, не мог... вот неужели так сложно придумать какую-нибудь систему, чтобы вот оно по-человечески выливалось, а не... Это виски. Оно должно разливаться вокруг. Чтобы взял, я бы слезал, мои руки забыл помыть, извиняюсь. Так, они уже продезинфицировались только что. Пятилетним, между прочим, спиртом. Ждем, ставим на паузу. Да, ставим на паузу. Подновляем. Добрый вечер, еще один очередной. Вот, мы... как бы его настояли немножко, 5 минут прошло, аромат раскрылся. Можно, в принципе, приступать к нюху. Вот. Сейчас... оператор тоже понюхает. Да я уже нанюхался. Еще раз. Ах. Вкус еще более преобразился. Не, ну пахнет очень вкусно. Да. Ну что, давайте, в принципе. Давайте. Никита, как вам по запаху? Заебись. Да он уже снюхал, мне кажется, просто все, что было. Тогда давайте попробуем. А, нихуя ты занюхал. Чтобы по ноздрям не било, когда вы нюхаете, можно открывать рот. Тогда спиртозность по ноздрям не бьет. Вот реально. После вкуса я как будто сухофруктов именно. На вкус как очень мягкие виски. Сладенький. Да. Он сладкий, и он прям реально, сука, он smooth and delicate, понимаете? Он гладенький. Я согласен с оператором, немножко кураги чувствуется, прям вот немножко есть такой привкус. А, я хочу отметить, что я человек-то к алкоголю довольно-таки ну, чувствительный, у меня там постоянно от него корёжит. Да-да-да. И, в общем, я погонял его по рту, и очень-очень долго до организма доходило, что там есть спирт, то есть прям обжигало прям... даже не обжигал, вообще не обжигал, я бы сказал. То есть, приятное такое. Очень вот приятное. Что мы с тобой в последний раз пробовали? Пощипывание. На что мы в прошлый раз пробовали? Чивас. А, вот, чивас гораздо сильнее, гораздо быстрее, гораздо жестче мне давал порту, чем это. То есть это прям очень мягенько было. Мое мнение? Ваше мнение. Не, давай лучше сначала, Никита. Я соберусь. Никита, как тебе? Да мне сказать нечего. Заебись, вкусненько, сладенько, но не мое, я бы сказал. Потому что, ну, я все-таки больше люблю, когда чувствуется крепость. Ага, типа, он да, ставил да. Потому что даже если вспомнить Джек Дэниелс, который был... Ну, он жесткий, я не спорю, да. С чем он тогда был, с корицей. Он хоть и был сладким, но в нем чувствовалась крепость. Никогда из крепости вообще как будто нет. То есть ты ее проглотил, такой... Ну, просто в этом и фишка. Ну, я больше, когда вот именно ты такой... Короче, Никите нужно попробовать этот дымные виски, очень, которые прям хуяли. Никогда есть прикольный, классный, но я бы не стал брать такие деньги. Сколько он стоит? 6 с чем-то. Чего, блядь? 4. 300.
Я знаю его настоящую цену. Надо было выкинуть. Ну, в общем, 4300, 6000 я бы не стал никуда избрать себе. Хорошо. Что-нибудь бы другое. А оценка самому вискарю? Ну, семерочка. Спасибо, Никита. Кто у нас следующий? У нас еще Коля, вот, да. Давайте. Вот я как бы соглашусь с вами двумя, то что виски очень мягкие и очень приятные. Ну, то Никита есть, так же сказал. Не ощущается вот эта вот горчинка спиртовая. Спокойно пьешь и наслаждаешься. Поэтому моя оценка ему 8,5. Нихуя себе, спасибо. Я пока не готов выставлять оценку. Вкусовые, запаховые качества я оценил. 8,5 как-то маловато. А у вас осталось еще? Вот вкус я не... У меня не было ни просто вкуса, вообще ничего. Я почему-то не почувствовал. А вы все выпили за раз? Потому что я чуть-чуть проглотил, чуть-чуть погонял по рту. И я вот прям вкусаю, я не ощутил. Я ощутил богатый запах, но на вкус у меня что-то не сработало. Короче, зажмотили, поэтому 8, да? Ну, хорошо, вы все, да, выпили, у вас ничего не осталось? Да. Ну, удаёте. Ну, ладно, тогда я второй раз. Я сначала пососал, только, а ну нахуй. Вот я сейчас чувствую мёд. Короче, заебись. Это один из самых мягчайших вискарей, что я пил. И, в принципе, я рад, что я смог прикоснуться благодаря Коле к миру японского виски. Мне очень понравилось. Ну, буду дальше вот сидеть там дома, пробовать его периодически. И пока что, наверное, поставлю ему твердую девяточку. Посмотрим, как у нас с ним дальше дела пойдут. Всем спасибо. И даже вот нахуй вас посылать не буду сегодня. До свидания. До свидания. Счастливо оставаться.